Двойной юбилей в ДК имени Крупской. 25-летие знаменитая Крупа празднует, как известная каждому петербургскому читателю, книжная ярмарка. Более внушительный день рождения, 90-й по счету, Дом культуры встречает в качестве легендарной музыкальной площадки, где делали свои первые шаги по сцене Борис Гребенщиков, Максим Леонидов, Виктор Цой, Константин Кинчев, Дмитрий Копытов с подробностями. Буквально каждый уголок этого так полюбившегося ленинградским и петербургским книголюбам здания был пропитан культурой изначально. В 1927 году здесь открыли клуб текстильщиков. На сцене выступали артисты театра и музыканты. В здании сохранилась помпезная люстра 1956 года. А в 80-е здесь устраивали популярные тогда рок-фестивали. В кабинете директора до сих пор лежит грамота лидера битквартета «Секрет» Максима Леонидова, которую он почему-то так и не получил. За вокальное мастерство 4 июня 1984 год. ДК имени Крупской 90. Когда-то была здесь и сама Надежда Константиновна. А на закате советской эпохи свои тезисы со сцены доносили Цой, Гребенщиков и Кинчев. Книжная ярмарка разместилась здесь 25 лет назад, в начале 90-х. Парадокс, но очередям за продуктами в годы шоковой терапии петербуржцы иногда предпочитали совсем другие. За пищей духовной, любимыми детективами или классикой. Вот молодой Сергей Лукьяненко на вручении литературной премии «Мечи». Заходил на огонек и знаменитый фантаст Роберт Шекли. За книгами со всей России, даже из Прибалтики, сюда едут и сегодня. Галина Шелупанова проделала непростой путь из Карельского Беломорска. Вы знаете, в нашем городе книжного магазина как такового нет, поэтому, извините, уж есть разница. Взяла Аксенова посмотреть. Не читала, не слышала, вот смотрю. Сейчас книжная ярмарка – это более 200 павильонов. О своих печатных богатствах продавцы рассказывают с благоговением. Вот, например, Гумилев, неизданная, не собранная, изданная в Париже. То же самое, Цветаевская книга. За одним из прилавков – лауреат президентской премии в области образования Григорий Элькин, автор более 30 учебных пособий. Свои книги он скорее не продает, а делится ими с читателями, пусть и за символическую плату. Здесь все-таки работают люди, книги неравнодушные. Ну, многие стараются работать так, чтобы людям хотелось сюда приходить еще раз. Вот я рад, что мне удалось обзавестись такой, знаете, некой вот категории людей, не хочу называть словом клиентов, звучит не очень хорошо, которые, в общем-то, с удовольствием приходят, с которыми я точно так же с удовольствием общаюсь. В век современных технологий выжить обычные книги сложно, продажи серьезно падают. Спасает детская литература. Самым маленьким читателям интересны именно напечатанные книги, которые можно пощупать и пошуршать листочками. Вот уже 25 лет Петербург остается, пожалуй, единственным городом в России, где слово «крупа» ассоциируется еще и с книгами. Дмитрий Копытов, Мила Гущина, Александр Скоков, Михаил Сергеев и Александр Бейкер. Телеканал «Санкт-Петербург».